Всем привет. Квест на первую марку для профы на ПП. Квест начинается в Глудине, возле оргбараков. Собственно, туда сначала и отправимся. Для удобства затаримся с АЕшками. Ага, затаримся мы с АЕшками. Значит, летим сначала ногами. Собственно, недалеко от оргбараков ищем Сантьяго. И начинаем. Как-то так. В общем, сначала с Танапи общаемся, потом в пещеру идем. Yeah.
Здесь надо осторожный быть, потому что здесь агролучники есть. О! Пошла уже проблема. Поговорить надо вот с этой башкой трехлицой. Теперь надо в Глудин, в Имперал, ой, с Фаготом Темпа. Проще через САЕ, которую мы купили. Ну и дешевле. Лучше как раз взять САЕ опять корком. Убивать нам надо будет саламандр. Если я не ошибаюсь. По-моему, во втором пролете они там должны быть. Да. Матч в третьем пролете. Так, что-то явно пошло не так. Надо было вниз идти. Они в огненной комнате, они в одиной. Mm-hmm.
Не могли за 20 минут управиться. Все, обратно к голове возвращаемся. Тупое автодвижение вообще, блядь. Все, кто нафиг.
надо с гномкой поговорить. И потом с дворфом. Пергерам. Теперь тонкий нысланд. Можно через свое, можно обычным путем. Обычным очень долго будет. Несколько раз там пизде прыгать надо будет. Ну и дорого будет. Вот здесь есть одна особенность. На кривом Астериусе, если в Эльвен Руинс сделать Соя, обычно то попадаешь в Геран. Админ писал, что там что-то где-то располагается, ну, короче, не по карте неправильно.
итоге лучше выйти наружу, а там свои дают. Здесь почему-то на некоторых сайтах написано, что нужно к темным эльфам идти, потом с вимплом, потом пешком, но я считаю, через нейтральную зону будет проще всего, как привычка уже там проходить. Может быть ближе, но дороже. Мое.
Замечательно. Если отсюда свое делать, то в глади упадешь, имейте в виду. Придется два раза прыгать. Вот это. Все, Казиану. Стартовым начальным НПЦ не готовым. Казиану сегодня мы еще несколько раз будем бить на протяжении многих хвостов. Вот если бы по Готэм Темпле не ступили бы, а 30 минут бы успели бы. На нафиг.
Ну вот и все. Благодарю за внимание.